Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Hustle Castle. Так, ну что у нас здесь? Мудрец говорит, что у меня остался сундук, я прекрасно это знаю, я их не буду открывать в данный момент. Хотя, вообще-то, сегодня я их открою. Так, ну что, у меня мои солдатики получили по уровню. 35 уровень у меня у стрелка, и это замечательно, ребята, я могу, наверное, ему что-то поставить, да? Только вот что... Ага, я ему могу поставить эпическую броню. Тяжелую причем, да? Да, наверное, так и сделаем, ребята. Чтобы хоть как-то нас усилить. Называется латы могучий мамонт. Эпические, замечательно, мне это нравится. И ко всему прочему, у него стоит колечко на крит. То, что, как говорится, надо. Ну что же, так, а что у меня можно поставить нашей красе? Нашей красе, по-моему, ничего нельзя поставить. Так, иди подхиливайся, лукарь ты мой дорогой. Давайте теперь глянем на красу. Не хватает, ребята, буквально одного уровня. Это, конечно, печально, но зато я смотрю, у меня есть редкое оружие посох. И это у меня для мага. Давайте-ка посмотрим, что у меня по магам. Так... Ага, ребятушки, как раз то, что надо. Конечно же, я ставлю ему этот посох. Ну и, в принципе, наверное, на этом у меня все. Больше я ничего не смогу поставить. Ну, тогда, ребята, нам, наверное, остается. Так, давайте-ка сейчас мы глянем еще раз этого мага. Ну, он у меня вообще никакой 30 уровня, на него ничего нету, да? Так и есть. Ну что ж, давайте, ребята, приступим тогда открывать сундуки. И посмотрим, что из них у нас выпадет. Поехал первый. Вау, что-то у нас хорошенькое. Выпал топор на 590 урона в секунду. 31 уровня. Блин, плохо. Так, ресурсики. А здесь у нас что? Ух ты. Необычная броня, латы герой. Ничего себе, 14232 мощей. Ого, это хорошо было бы на мою красу поставить, но она у меня вообще еще слабенькая и неразвитая. Так, ладно, добираем ресурсы. Так, что у нас тут, я смотрю, ребята подучились. Так, улыбочки. Я смотрю, у меня тут повар 8 уровня получает. Ну что ж, давайте тогда приступим, ребята, валить орков. Наших любимых, дорогих орков. Я хочу с них пофармить, как обычно, сундуки. Ну и заодно мы проверим с вами, как у нас маги и лучники. Ну, это как была у меня вата-ватой краса, так она и осталась. Падает от любого дуновения ветерка. Отлично, один сундучок у нас уже есть. Давайте отправим лечиться. Не знаю, ребята, может быть сразу открывать или подкопить немножко сундуки и залпом вскроем. Спасибо вам, ребята, за подарки. Я это очень ценю, и сейчас я вам отправлю. Ну что, с подарками я закончил. Забираю свой законный сундучок. И нормально, у меня уже 9 сундуков. Меня это радует. Воины мои, я смотрю, уже отхилились. Давайте их возвращать. И, наверное, ребята, вскроем все-таки сундуки. Так, ну что, первый у нас пошел. И что с него? Ресурсы. Ну, в принципе, мне как бы сейчас они не особо нужны. Но лишними они тоже не будут. Так, третий у нас. Опять ресурсы. Пошел четвертый. Елки-палки, одни ресурсы. Вот когда они нужны, их нет. Когда они не нужны, они только и падают. Вау, а это что у нас такое? Редкая броня. Урон. Это, короче, на лучника. Надо будет, кстати, обязательно посмотреть. Так, и здесь у нас тоже ресурсы. Так, ну-ка, сундук с наградой. Ё-моё, даже он ресурсы выдал. Ну, а в этом, естественно, только одни ресурсы и выпадают. Ну что же, у меня выпала бронька на лучника. Давайте-ка посмотрим, подойдет она ему. Так... В принципе, даже очень подходит. И я думаю, что я сниму с него эпическую броню и оставлю именно легендарный убийца. Так называется моя экипировка, которую он у меня и будет носить. Вау, смотрится просто шикарно. А кому бы
Да, ребята, я, наверное, никому не смогу поставить эпическую броню, потому что ее просто никто не сможет носить. Слишком слабенькие. Так, топорик, топорик. Кому топорик-то воткнуть этот? Так, а краса у меня может его носить? Ёлки-палки, я думал, что она у меня 30 уровня, а оказывается 33-го она. Ёлки-палки, это же надо же, как я забыл-то все. Ну что ж, я теперь вообще на коне, ребята. Я просто чувствую себя непобедимым. Ну, по крайней мере, мы это все проверим на орках, на которых мы, в принципе, сейчас и отправимся. Прогресс. Забираем еще один сундук. И отличненько все. Пойдемте дальше разбираться с орками. 29 тысяч. Как дети для меня сейчас. Давайте быренько их разбомбим. Заберем с них наш драгоценный любимый сундучок, с которого я в душе теплю. Выпадет какая-нибудь штучка полезненькая для меня. Ну, на худой конец и ресурсы тоже не помешают. Ёлки-палки, как быстро у меня упал маг. Расстреляли его все-таки лучники поганые, а? Ну да ладно, пускай пока радуется. Это все временно. Так, ребята идут на отхил. А мы сейчас тут посмотрим. Ага, смотрите-ка, у меня дровосек. То есть плотник до 6 поднялся. Так, яблочек надо немножко забрать. Монетки. Монетки пока, наверное, не буду трогать. Так, мне осталось вот монетный двор и тронный зал. На тронный зал я, естественно, не накоплю сейчас. А вот на монетный, может быть, даже вполне. В общем, посмотрим, как пойдет у нас дело. Так, ну что, блин, еще не отхилились. Как же вы долго, ребята, хилитесь, а? Пора нам навестить опять орков. Они, наверное, нас заждались. Ну, где вы, красавцы? Так, здесь у нас только лишь одно вторжение. 30 тысяч мощей, думаю, разберем. И тем более без проблем. Магию я тратить на них, естественно, пока не буду. В самых-самых критических ситуациях, если таковы будут. Ну, обычно на вторжении я не люблю этого делать. Так, замечательно, разбомбили орка. Получаем сундук. И будем сейчас опять отхиливаться. Так, блин, ребята, вот не хватает одного уровня. Я бы поставил бы, конечно, бы ей тот меч. Так. Идите, отхиливайтесь. Я смотрю, у меня... Так, 3 сундучка. Поехали. Ресурсики. Давайте следующий. Тоже ресурсы. Ну и тогда третий до кучи. Чего ж там? О, подвеска. Ожерелье. Ну что ж, давайте, наверное, посмотрим. Это ожерелье у нас идет на казначеев. Ой, елки-палки, хотел. Ну ладно, собрал так собрал. 306, блин, 6 уровень. Интересно, а кто у меня? Так, у тебя какая подвесочка, интересно. 7 и 6. Давайте-ка, наверное, вот у этой глянем, сравним, по крайней мере. Так, ага, моя лучше, поэтому мы меняем. Здесь у нас что? Здесь будет слабее. Хорошо. Ну а с этой? Так, тоже слабее. Ну а с этой, наконец. Ага, вот здесь вот будет получше. Вот так вот. Эта подвесочка пускай пока у нас здесь полежит. Ну что, что у нас тут еще есть? Вы отхилились там? Да, ребята, мы и отхилились. Давай, беги. И опять отправимся. Достижение у нас тут, смотрю, 15 алмазиков мы забрали. Это радует меня. Осталось подождать немножко, когда они дохилятся. И опять с вами отправимся на карту бомбить этих никчемных орков. В данный момент у нас ничего нету. Поставить мы ничего не можем. Ресурсы я пока собирать не буду. Хотя уже 167 тысяч. А нужно 500. Наверное, все-таки нам придется, ребята, нападать на игроков. Но это будет после того, как мы разберемся здесь со всей нечистью. Так, здесь еще одно вторжение. Почти 40 тысяч мощей. Думаю, и этих поганцев мы тоже разберем. Краса очень эффектно смотрится с этим топором. Ого, что-то они тут разбуянились. Даже пришлось мне потратить одну магию. Но, надеюсь, это был последний раз. Ну, если, конечно же, не будет там еще более сильнее рядов этих орков. Все, разбомбили мы их. Получаем сундук. Идем лечиться. Блин, я вот думаю, как бы мне, ребята, сделать так, чтобы и замок был под охраной, и мои персонажи раскачивались.
Что выпадает? Ага, ресурсы. Ну ладно. Так вот, как бы мне это замутить? Даже ума не приложу. Так, я вот думаю, может быть, что-нибудь разобрать здесь, а? Захламлено просто всякой ерундой. Вот этот лук вообще мне не нужен. Пошел он, как говорится. Ожерелье тоже. Что еще можно бомбануть, а, ребят? Да, этот тоже костюмчик нам не пригодится. Он слабенький. Посох еще пускай полежит. Ножи в баню их. Да, вроде бы как и все. Хотя нет. Может быть... Да, давайте лук разберем, потому что у меня есть более мощный и более лучший. Так, нет, этот костюмчик мы оставим. А вот это разберем. Ну, а эта подвеска нам еще, наверное, пригодится. Так, мы сделали какой-то прогресс. Получили сундучок. Давайте, ребята, дохиливайтесь. Улыбочки собрали, настроение, как говорится, чтобы оно у нас никогда не падало. О, три алмазика получил. Замечательно. Еды подправили. Ну что, все, отхилились. Ну, почти уже там осталось немножко. Давайте, ребята, возвращайтесь. Нам надо добивать этих орков, которые расплодились у нас. Хотя уже их совсем мало осталось. Если я не ошибаюсь, всего три штуки. Так, и готовим следующую магию. Отлично. Так, поехали. Кто тут у нас? Ага, бравая четверка. Так, один воин, маг и два лучника. Кстати, никогда не пробовал играть именно такой партией, чтобы у меня был воин, один маг и два лучника. Хотя, может быть, когда-нибудь можно будет попробовать. Но я думаю, что мало от этого будет толку. Все-таки два мага лучше, чем два лучника. Ну, на мой счет, лично так получается. Так, два сундука у нас уже имеется. Давайте глянем, что из них выпадет. Вау, книжка. Если не ошибаюсь, на алхимика. А здесь? А здесь просто ресурсы. Ну что же, ладушки. Теперь нам, ребята, осталось глянуть, кому бы можно поставить эту книжечку. Так, Михаил, ты потянешь? Потянешь. Как раз как на тебя. Хотя можно посмотреть вообще алхимиков. Может быть, у меня там кто-то очень слабенький находится, и пора бы его заменить. Ну-ка, иди-ка вот сюда. Нечего тебе там стоять. Так, Михаил, надевай книгу. Отлично, и давайте-ка еще раз посмотрим, кто у нас здесь. Любомир. Так, у меня два Любомира, оказывается. Так, с тебя мы снимаем все это дело. Так, где Любомир? Ой, Любомир, Михаил, беги. Ё-моё, что он там опять делает-то, а? Ну-ка, давайте глянем, сколько ему... Так, ну, 7 минут, я думаю, мы можем его подождать. Ничего с нами не случится. А потом уже перекинем, когда он получит 9 уровень. Ну что, мои отхилились, возвращаются. И мы продолжаем с вами орочью охоту. Так, последний орк, да? Ого, 46 тысяч. Это самое большое, когда-либо я видел по мощам от орков. Так. На-ка, выкуси. Блин, затащу, не затащу? Нет, затащу. Я уже думал, что придется, наверное, еще один фаербол потратить. Но нет, как-нибудь перебьются. Слишком жирно для них это будет. Отличненько, упали. Получаем последний сундук. Ну и что? Остается у нас, ребята, только атаки на игроков. Улыбочки, иди лечись. Так, ты тоже ли иди лечись? Что тут у меня с заданиями? Так, враг несет потери. 22 надо сделать, ага. А тут еще одного убить. Еще одного. Так, сундук. И ресурсы. Да, печалька, конечно, что со всех сундуков выпали только ресурсы. Ну, за исключением, конечно, книги. Так, 36 уровень. Никак ему не поставить это колечко. Да, было бы неплохо. Вау. Так, слушайте, а давайте-ка мы, наверное, с Дмитрия снимем это колечко и поставим его красаве. Мне кажется, так будет намного лучше, потому что краса все-таки у меня танк. Она берет на себя большую долю урона. А Дмитрий у меня все время там сзади отсиживается. Поэтому мы так и сделаем с вами. Так, где у меня там подвеска-то? Так, иди лечись.
А ты, краса, одевай подвесочку. Как раз по уровню тебе она подходит. Вот, это уже другой разговор. Так, здесь мы все забираем. Деньги. Так, 181 тысяча. Так, возвращайся. Ну и ты там тоже у меня дохилился, нет? Да, отхилился полностью. Поэтому сейчас мы их и вернем. Так, краса сейчас пока добежит. И уже практически все, готово. Она целенькая. Так, 500 тысяч, да? А у меня почти 200. Надо еще 210 тысяч где-то набить. Ну что же, давайте тогда посмотрим на игроков. Мэтт, давай-ка мы тебя разведаем. Что ты из себя представляешь? 21 уровень, а мощей 29 тысяч. Ну, давайте попробуем расколбасить его. Все-таки у меня немножко отряд стал посильнее. Я даже уже не стал смотреть, кто там у него. Маги, хиллеры, ресельщики. Будем бомбить так, наобум. И довольно, смотрю, мы неплохо справляемся, ребята. Довольно неплохо. Все-таки прибавка к силе у нас есть. И причем немало мы собрали денежек. Уже 200 тысяч. Неплохо. Мне это очень нравится. Пора бы, наверное, еще нам, ребята, с вами прошуршать карту и хотя бы приблизительно наметить себе будущую цель. Так, ставим магию. Новенькую на изготовление влепили. Замечательно. Никокадоры какой-то там у нас стоит, да? Никокадоры. Магическая лаборатория. Сколько нужно? 170 тысяч магии, чтобы поставить на улучшение. Да, немало. У меня еще и 100 тысяч даже нету. А так было бы неплохо влепить-то. Ну что там? Так, один у меня все, отхилился, я смотрю. Давай-ка его поменяем. Ну, кого он тут? Никокадоры. Давайте глянем у него, что происходит. Так, 36 тысяч мощей, это практически как я сейчас. Ага, воины и маги. Воскрешение, да? Значит, он воскрешает. А этот? А этот восстанавливает здоровье. Значит, у него и ресельщик, и хиллер есть. Ну, в принципе, можно его пока оставить. А выбрать какую-нибудь, наверное, другую цель. Тут у нас доб. Давайте-ка посмотрим, что у него тут у лорда. У нашего, так, воскрешение. Воин, воин. И воскреситель наверняка, да. Ядрить его на корень, а? Даже не знаю, что и делать-то. Два воскрешателя, это, конечно, плохо, если их не убить в первую очередь. Ну-ка, а у тебя тут что? Да, в принципе, его и можно разобрать. 27 тысяч мощей, я думаю, легко справимся, поэтому... Сейчас возвращаем своих в отряд. Так, давай, дохиливайся, немножко там тебе осталось. И возвращаем. И сразу идем на этого нападать. Где он у меня? Ага, вот. Доб. Поехали. И... Так, у него... Ой, у него еще древние костюмчики. Так что тут вообще никаких проблем не должно быть. Ну да, использовал я одну магию, но это во благо только. Все, маги сейчас упадут. И ничего им тут не поможет. Так, неплохо, я должен с него снять. Вау, 70 тысяч, ребята, вот это вот куш. 278 кусков у меня уже есть. И осталось буквально 220 тысяч набить. Думаю, у меня это получится. Да, конечно, хотелось бы насобирать на тронный зал, но это уж очень больно долго. Так, Игорь, у тебя слишком мало ресурсов, чтобы на тебя нападать. А вот этого паренька мы сейчас с вами просканируем. И посмотрим, что у него тут... Пикселол. Так, ну этого в принципе можно попробовать раскумарить. У него маг с воскрешением. И... Так, этот с чем? Этот с хилом. А этот тоже с хилом. Ага. Два хила, воскрешатель и воин. Хм. Ну я думаю, что если мы воина положим, то они не справятся просто. Так, тут что у нас? По области
хилер, лучник. Ребят, вот этого, наверное, можно будет в первую очередь разбомбить. Судя по его отряду, никаких он не должен нам доставить проблем. Так, давайте последнего долечиваем. И сейчас приступим с вами фармить денежку. Я уже, как говорится, цель наметил. Алхимик у меня получил 12 уровня. Иди-ка сюда, красавец. Беги, как говорится, на всех парусах. Сейчас я на тебя надену еще шмотку. Так, а ты вот у меня, наверное, пойдешь вот сюда вот. Да, пускай будет в тренировке стоять, чтобы не запутаться. Че ты бежишь-то там задом? Так, ну где у нас тут костюмчик на него? Так, вот костюм. А что, интересно, лучше? Пробирка или... Блин, а пробирка-то оказалась лучше, ребята, чем этот. Ладно, в принципе, пускай так и остается, я не против. Довольно неплохо смотрится. И будет существенный прирост у нас в манне. Ну, последний мой отхилился, и можно отправляться в... А, подождите, у меня еще плотник там, смотрю, уровень получил. 8-й. Это радует. С деревом, конечно, тоже, ребята, засада, никуда не годится. Так, давайте его разбивать. Мы его просканировали, поэтому можно, в принципе, пробовать разбить. Если у него упадет, естественно, воин, а воин, естественно, упадет, посмотрите, потому что он такой же вялый, как я в свое время. И начинаем бомбить магов. Даже ничего тут вам не поможет, ребята, вы уж простите. Тем более, 2 хила, это ничтожество. Все, отдыхай. И лучника мы добиваем. Кстати, я никогда не думал, что лук очень хороший. Мне кажется, что арбалет все-таки лучше. Он и стреляет как-то быстрее, и у него статы получше. А там обычно урон по отряду идет от лука. Но очень маленький шанс. Поэтому я как бы не думаю, что это очень выгодно носить лук. Если есть арбалет, лучше одевайте, ребята, арбалет. Так, эти у меня отхиливаются. Что тут можно сделать нам? Яблочки мы собираем, деньги. 311 тысяч у нас, да? Кстати, ребята, мне нужно еще дерево, помимо деньжата. Как-то я забыл. Мне нужно 500 тысяч золота и 170 тысяч дерева. Угу. 2 часа... А, 2 минуты. 2 минуты, елки-палки, что это я? Конечно, он всего 9 уровень получит воина. Я вообще не знаю, для чего это ему. Но замена мне, ребята, однозначно нужна. Мне нужен какой-то воин. Мне бы надо поискать. У меня, помню, где-то был воин. Я уже не помню, какого уровня. То ли 25-го, то ли 28-го. Ну, я не помню, кто и где он. Надо его будет потом поискать. Так, иди у меня повари, чтобы так просто не простаивать. Так, ну что, эти все отхилились. И это замечательно. Давайте глянем еще кого-нибудь. Кто тут у нас? Аксель и Алексей. Два лехи там собрались, видимо, да? Ага, маг, маг, маг и воин. Ну, это, по-моему, ты зря, братишка, сделал. О, да у него даже базенка-то не обустроена. Ну, по крайней мере, у него нету этого свистуна на балконе. А значит, победа будет за нами. Опа. Когда мы пробиваемся в ряд магов, именно воинов, то маги не жильцы. Запомните это, ребята. Вау, 52 тысячи. Неплохо, неплохо. И это у нас получается 364 тысячи. Я очень доволен, потому что нам осталось всего ничего. А точнее, 136 тысяч. Это буквально 2-3 атаки на наших соперников, у которых будет примерно по 50 тысяч, не меньше. Так, вот этот вот, в принципе, нам подошел. Так, давайте поставим на замену магию. Вот так великолепненько. Аксель, давайте теперь глянем, что он из себя представляет. Ой, да это вообще какой-то... Он, наверное, забыл выставить воинов и поставил обычного неодетого крестьянина к себе в отряд, не понимая для чего, конечно. Ну, естественно, за это придется ему заплатить. Заплатить деньгами, ресурсами, ну и всей прочей требухой.
Так, единственное, что мне не нравится, что опять я начинаю набивать себе рейд. Мне это не на руку, как вы это прекрасно понимаете. Потому что чем меньше рейд, тем слабее враги будут на карте. А я его набиваю, и уже почти до 1500 дошел. И это плохо. В следующий раз, когда обновится карта, у меня будут такие бизоны здесь стоять. Ну что же, давайте нападем на Акселя и заберем у него ивонные 20 тысяч денег. Ох, крестьянин даже пикнуть не успел, как слег. Без брони-то, правильно? На голое тело вышел в тельняшке, блин, против такой армии. Так, и маг тоже падает. Сколько там мы у него точненько забираем? 26 тысяч, замечательно. И причем еще забираем дерево, которое мне так необходимо. Ух, даже практически без потерь. Они все целехонькие. Прогресс сделали. Синий сундук. А здесь еще три врага надо убить, да? Угу. Это мы сделаем. Ну что, нам выпадет отсюда, ребята? Вау, колечко. 354 ресурса в час. Слушайте, довольно неплохо. Ну, как казначей, показывайте свои карманы. Ух, а у этой вообще ничего нету. Блин, а он на 7 уровень. Да что ж такое-то? Что за непруха? Где у меня... А где у меня действительно казначеи все? А? Так, ты у меня что такое? Так, ты у меня казначей 8 уровня. Давай-ка, нечего тебе там деревяшки эти учить. Будешь стоять здесь. Так, выбираем самого никчемного. Какой у нас там уровень? 4. Вот, наверное, с нее-то мы все и поснимаем. Отлично. Нечего ей там вообще делать. И пускай, наверное, идет доучивается бухгалтерскому делу. Ну, а мы в свое время... А где она? Я не понял, еще не добежала, что ли? Куда она мне пропала-то? Ага, вот, бежит. Бежит моя Людмилушка. Так, снимай этот костюм никчемный. Он тебе не идет. Ты у меня все-таки будешь с деньгами иметь дело. А этот костюмчик не для тебя. Ну, а вот это вот самое то. И сколько ты мне будешь прибавлять деньжат? Вау. 1008 в час. Довольно неплохо, ребята. Я даже сказал, очень даже хорошо. Так, Александра, ты у меня алхимик, да, по своей натуре. Ты 8 уровня. Это как раз все будет для тебя. Лишним оно уж точно не будет. Так, ну что? Улыбочки, отхилились и продолжаем, ребята, с вами фармить карту. Так, Игорь, что это за Игорь у нас такой? 24 тысячи мощей, хана этому Игорю, по ходу дела. Да, я сразу определил, потому что, ребята, шмот выдает сам себя. Этот красно-желтый балахон, это еще на 30 уровне, если не ошибаюсь. Сам недавно в таких бегал, помните, да? И довольно легко меня в них разбирали. У, Игорек, мало ты что-то мне подкинул, деньжат-то. Меня так не устраивает, если честно. Блин, я даже зря только, ну ладно, фиг с ним, зато прогресс сделали. Не хотел я его трогать, конечно, в тот раз я его пожалел. А сейчас что-то чисто случайно напал, даже не подумал. О, посох какой-то выпал, где он тут? Так, по области 1840 урона. На 31 уровень, да, значит? Так, это где у нас маг? Вот он, маг. Так, по атаке превышает, конечно, но здесь по области, а здесь урон врагу. Нет, я, наверное, оставлю редкое оружие у себя в руках, а мелодия стихий пускай пока лежит в инвентаре. Никуда оно не денется, на худой конец в любой момент мы можем, если что, поменять. А пока меня так все устраивает, так что... Ну что, ребят, нам осталось 90 тысяч накопить. Ага, 90 тысяч это только денег. Но еще и древесина нужна. Блин, вот засада. Неужели по древесине встанем? Так, надо искать, у кого много древесины есть. Давай, беги, отхиливайся. Хотя ты даже не добежишь. Так, все, возвращайся. И давайте мы посмотрим с вами пиксель лол. Что тут у тебя такого хорошего есть? Надеюсь. Так, ну что, 14 тысяч дерева, это хорошо, ребята. Думаю, что надо его атаковать.
Даже несмотря на то, что у него там неизвестно кто стоит. Я так думаю, что у него там, наверное, стоят два отхила и воскрешатель. Да, смотрите, как хилят они бодренько своего воина. Но мои фаерболы дают им тоже жару. Ёлки-палки. Что-то как-то коряво все получается, ребят. Так, ага, упал. Два мага упало. Все, мы его разобрали. Лежать, я сказал. Отличненько, ребята. Вот все вышло как надо. Почти 50 тысяч я с него поимел. Довольно неплохо. Итого нам осталось, ребята. Сколько нам осталось-то? Так, 40 тысяч. 40 тысяч нам осталось добыть золото. Блин, и вот дерево. А дерева нам еще надо много, ребятушки. Очень много. Поэтому еще, думаю, будет пару заходочек на врага. Правда, там остались вроде бы уже такие более прожженные, да? А, нет, ребят, что я? 125 тысяч надо, а я все 170. Нет, с деревом у нас все нормально. Осталась только еще одна атака. Лорд Херо. Ну, давайте посмотрим. Магия у меня тоже подходит к концу. Жаль, конечно. Хотелось бы, наверное, тут всех зачистить. Но, наверное, не получится. О, это мой как раз клиент. Так, сейчас мои все отхиливаются. И мы в первую очередь нападаем, наверное, на лорда. Так, Нико Кадоры, что у тебя-то здесь? Ага. Так, маги, маг, воин, еще маг. Нет, я, наверное, думаю, что, наверное, на лорда... Ух ты, орк появился там у меня на карте. Вторжение, значит, еще одно. Ребят, мои отхилились, и пора нам, ребята, навестить лорда. Пускай он там даже и не прячется от нас. Где он тут у нас? Так, это не то. Ага, вот он. Лорд-герой. Как раз 72 тысячи денег с него снять, и будет все нормально у нас. Надеюсь, мы его затащим. Два воина. Ага, два воина. Фаербол полетел. Вы смотрите, фаербол просто сносит пол хп магу. Второй фаербол также сделал. Ёлки-палки, у него даже, по-моему, и не реслечики, а хиллеры. Ух, печалька для него. Все, ребят, я накопил себе на казну. Давай, иди лечись. Так, можно, в принципе, сейчас ее, наверное, и построить. Или подождать немножко. Нет, ну я до тронного зала не дотяну. А монетный двор можно, в принципе, заюзать. Так, где он у меня? Монетный двор. Будет делаться 21 час 35 минут. Ну, за счет того, что там стоят два человечка. А так бы он делался 23 часа, ребята. Ну что же, моя душа спокойна. Деньги я слил. Дерево тоже слил. И можно было бы наконец-то отправлять моих воинов на обучение. Пускай замок даже остается без надзора. Главное получить уровень. Так, а где у меня воин, про которого я говорил? Надо, ребята, нам его найти. 15, 14, 10. Нет, все это не то. Там должно быть точно 20. Где-то за 20. Это я точно помню. 4. 4. О, вот он. Любомир. 26 уровня. Так, иди, наверное, вот сюда. Будешь дальше продолжать раскачиваться. Потому что, ребята, мне нужна будет замена. Ну, для, я имею в виду, когда кто-то будет обучаться, чтобы кто-то стоял на стрёме, на защите замка. 16 уровня. Ну, буквально, я не знаю, сколько там времени пройдет. Так, погоди-ка, я что-то не понял. А где у меня Любомир, которого я сюда отправил? Так, я что-то не могу его найти. Где он там? Так, это Арнольд. Не врублюсь. Куда Любомир? Я его отправил в тренировочную. Он вроде как побежал. Ёлки-палки, вот он где. Какого лешего ты там делаешь? Я тебе сказал, иди сюда. Он уже начал алхимию там потихоньку у меня учить. Хитрец, однако. Так, ну что, все нормально. Эти у меня отличились. Давайте-ка обратно. Что? А я не знаю, есть ли смысл, ребята, нападать еще на кого-нибудь.
Вот даже если так подумать. Нет, давайте мы сделаем так. Этих всех расформируем. Кого куда? А, у нас еще одно вторжение. Да, орков, надо его сделать. Сейчас мы их раздеребаним по-быренькому. Опа, оп, накатил. Отлично. Я последний фаербол истратил, все равно потом уходить буду, ставить буду на магию, чтобы она делалась. О, тихо. Ёлки-палки, что-то я тут на расслабоне-то. Так, лук, не подведи меня. Не подведи. Ну, лук меня не подводит. И он молодец. Получаю сундук, сейчас мы его откроем. Глянем, что из него выпадет. А, я еще и прогресс сделал. Ха, великолепно просто. Два сундучка, как говорится, на дорожку. Очень даже сладко. Ну что, с тебя ресурсы выпадут? Да, ресурсы. Вот сейчас бы они как раз и не нужны. Оу, а это что у нас такое? Величественный мамонт. Ого-го. Да это же просто великолепно, ребята. А ну-ка, давай-ка. Ёлки-палки. Естественно, я надеваю его на красу. Как она теперь у меня шикарно выглядит. Да. А такие ребята в свое время бегали уже давным-давно. А я только сейчас ее получил. Эту броню. Да, величественный мамонт. Так, ну у тебя, Матвей, по-моему, покруче стоит бронька. Так что ты, наверное, в ней так и будешь у меня стоять. А 4 уровня мне тебе никак не добить. Так, Димка, тебе, наверное, придется поставить вот эту вот эпическую броню. Потому что ты остаешься за главного у меня на замке. В то время как краса и, скорее всего, Матвей отправится на раскачку, да? Да, потому что у меня есть бронька на мага, но она не востребована из-за уровня. И колечки, и амулетики. Ядрить их на корень. Ладно. Ну что, краса, пора тебе, наверное, отправляться в тренировочный зал и набивать себе уровень. А как минимум еще 3 уровня, даже 4, до 37-го. Ну, в идеале, конечно, 40. Но, извините меня, она будет учить один уровень 2,5 часа, если я не ошибаюсь. То есть, это 4 уровня, это мне придется потратить около... Ё-моё, около 18 часов. 17-16 часов, да. Ну и... Так, ты у меня остаешься на стреме. И, наверное, мы отправим сейчас... Кого? Мага мне нужно отправлять-то, по идее. Полуэкт. Нет, давайте, наверное, Матвея. Он у меня самый слабенький, так сказать, недоношенный. Его, наверное, мы и отправим. Пускай тренируется на здоровье себя. Ну что, вроде бы все, все как нельзя складывается хорошо на этот раз. Так, ну а этому, по-моему, вообще ничего не подойдет. Даже поставить ничего не смогу. Да, по-моему, так оно и есть. Хотя вот этот посох с птичкой, да. Ну а толку-то от него абсолютно никакого, когда нет брони. Ну что же, ребята, наверное, на этой ноте я и буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Там у нас уже воины подраскачаются, я надену броню. И будем с вами над чем-нибудь еще кумекать. Что-то с вами делать. Надо копить деньги на тронный зал. Ну, а на этом все. Удачи, ребята. Не болейте, не скучайте и до скорых новых встреч. Всем пока.